За одну минуту я расскажу и покажу, как приготовить яйцо пашот. Традиционное французское блюдо на завтрак из разбитых яиц, помещенных в горячую воду без скорлупы. Аккуратно разбиваем яйцо в пиалу, стараясь не повредить при этом желток. В маленькую кастрюлю или сотейник наливаем воду на 2/3 от общего объема. Доводим ее до кипения. Ложкой или венчиком закручиваем в емкости воронку, в которую затем быстро и осторожно вливаем яйцо из пиалы как можно ближе к поверхности. При этом огонь уменьшаем до самого маленького. Яйцо должно томиться в воде примерно 3 минуты. Достаем яйцо шумовкой. Главное условие – яйца должны быть свежайшими, а вода не должна кипеть. Основой, для чего могут служить яйца пашот, я расскажу в одном из следующих роликов. А чтобы не пропустить его, подписывайся и жми на колокольчик.